твою мать, блядь. Руку держи, не обнимай. Хорошо. И парись. А что жули? Ну. Да, можешь, понял, позамахиваться ему, можешь по боку его дать. Смотри, по носу кратно, чтобы он не бросил рука. Не перекрутил, да? Не, этот не укусил тебя. А ну, замри. Дай! Ко мне! Там! Да? Мне понравилось. Си? Только медленно. Вперёд! Уже устал. Никого не напоминает? Больше положим. Ногами можешь его ударить, понял? Бей ногами. Да, хорошо. Да ну не так сильно. Ну, чтоб оживился. За того, что, понимаете, чем слабее будет проявлять какую-то активность Сережа, тем слабее будет собака работать. Потому что никакого сопротивления нету, она спокойно себя ходит. Все, я давай ему рукав. Давай? Да. Вытянуть бы, да, еще. Давай. Если интересно, я говорю, приезжайте как-то ко мне на работу, я пущу своих. Вот. Разницу почувствую. Не, давай.